говорить о нашей школе и о структуре занятий, то я должен сказать, что все у нас где-то около 15 лет, и все достаточно солидный. И мы нашу школу закончили где-то больше 500 человек, получили диплом, все они работают, приходят к нам, участвуют в этих выставках, семинарах, которые, кстати, мы проводим не только в России, но и в Узбекистан. Мы за эти 15 лет выезжали, проводили семинары и в США 3 раза, и в Англии 2 раза, и в Германии. Очень у нас была интересная поездка и в Италии, и в Израиле. В общем, все, кто... Мы в том числе, да, ребята, стали с тобой. Да. Так что, если говорить о структуре занятий, перехожу ближе к делу, да? А у нас занятия, ну, вы, наверное, на сайте все это прочитали. Еще раз скажу, значит, 2 раза в неделю, да? А ты, значит, утренний, вечерний. Одно занятие будет, вы будете выполнять проект, а второе занятие теоретическое. Поэтому, собственно, наша структура занятий таким образом построена, чтобы вы в течение 2 месяцев освоили технологию проектирования, технологию творчества. Вот прямо начинается это все с городской квартиры и вот в реальной жизни проект интерьера, дизайн интерьера городской квартиры, это специалисты делают в течение 2 месяцев. То есть мы максимально наши занятия привязаны к реальной жизни. Экспериментируем и берем очень такие необычные интересные объекты. Если у нас в институте есть кафедра кузнечения, есть кафедра промышленной архитектуры, кафедра жилой архитектуры, они занимаются только вот этими объектами, то мы часто наши школы берут объекты на границе вот этих вот специализаций. Очень интересный получается и необычный диплом. Очень важный момент — это умение организовать замысел материала, о котором я говорил, и высокий уровень представления заказчика. Таким образом, в течение 2 лет школа создает менталитет слушателя не рассудочный, а креативный, художественный. И поэтому я бы хотел пожелать всем вам с помощью наших педагогов раскрыть в полной мере свои творческие потенциалы. Если будут какие-то вопросы, я потом отвечу, а сейчас я задаю слово ведущему педагогу. Просто Евгений Михайлович очень узким кругом ограниченный людей наших школ. Начинали это все довольно давно, больше 12 лет назад. Я сейчас мы любили фразы, коллега, извините, вы ее слышали. Предыдущие разы видели сериал, мой любимый поэт. Все это нужно пропускать через себя, я делаю пускать. Но настает момент, когда компьютер становится необходимым. Компьютерные курсы находят дальше по коридору, в аудитории 114. Там находится администрация. Почему, собственно говоря, мы вам себя предлагаем? Почему, например, не взять какие-то курсы, которые работают в Москве? Потому что есть маленькая отличие. Каждый пакет можно преподавать по-разному. Вот у нас был хороший пример, который был плюс программы 3D Max, которая